Дети – это чудо, это награда от Господа. Добрый день. Добрый день. Слава Богу. А Александр, он тоже у нас начинал как миссионер. Ты однажды в Ставрополь же поехал, да? Он поехал в Ставрополь, и он начинал там миссию в Ставрополь. Видите, сегодня Бог благословил. Сегодня у него шикарная жена и дочка. Сын, как зовут? Сын Марк. Бог благословил, Бог почтил. Поэтому, миссионеры, не бойтесь служить Богу. Бог все сделает на высочайшем уровне. У вас все будет в жизни вот так. Однажды вот так Марка своего будете удержать на руках. Красавицу жену обнимать. Амен. Давайте благословим. Мне надо помочь, чтобы кто-то микрофон держал. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы принимаем это как чудо, как дар с небес. И мы сегодня посвящаем это чудо Тебе. Пусть этот сын, этот первенец, этот Марк, он от чрева матери будет посвящен Тебе. Пусть он не узнает проклятия, пусть он не познает беды, страданий и слез. Но пусть кровь Иисуса, она сохранит его от всяких ангелов-губителей. Пусть ангелы Твои, Господь, святые ангелы, они служат Ему. Мы посвящаем Его Тебе, пусть Он знает Духа Святого. Пусть Он знает присутствие Божье с самого раннего детства. И пусть Он видит правильный пример перед своими глазами в виде отца и мамы, которые поклоняются Богу, которые почитают заповеди, которые любят церковь. Благослови. Мы посвящаем Его Тебе, и пусть Он принадлежит Тебе. Потому что это Твой Сын, во-первых. А во-вторых, это Сын родителей. Благодарим Тебя, Господь. Я также молюсь за родителей. Я молюсь за отца. Дай ему благодать быть головой, быть лидером, вести свою семью. Дай ему благодать видеть, куда идти. Открой его глаза, чтобы он видел. Чтобы он видел дорогу, чтобы он видел путь. И дай сил его рукам кормить семью, дай сил ему коленям стоять в проломе, когда будет духовно тяжело, когда атаки лукавого, стрелы лукавого будут лететь, дай ему щит веры отражать все это во имя Иисуса. Я молюсь за маму, дай мудрости, мудрости и любви, чтобы устроять свой дом и чтобы любить мужа и сына, чтобы в ее сердце было столько любви, чтобы на всех хватило. Наполняй, наполняй, благослови. Благослови этот род, эту семью, пусть они будут счастливы, пусть они будут благословенны и пусть они наслаждаются жизнью. Сделай их блаженными в этой жизни, чтобы они наслаждались во имя Иисуса Христа. И мы три раза говорим, где-то цветы у нас есть. Поздравляем, пусть Бог благословит, мы очень рады, очень счастливы. Красивая семья, шикарная, пусть Бог благословит. Это еще есть поздравление, но там, наверное, уже внизу, да? Спасибо, спасибо, да благословит вас Бог. Аллилуйя!